Бывает, что еда дома заканчивается. Ты открываешь холодильник вновь и вновь в ожидании, что она волшебным образом появится там сама. Вряд ли. Стоит попросить кого-то купить еду для тебя. Это так легко, когда под рукой есть приложение за покупками. Просто набросай список нужных товаров. Автоматические подсказки помогут сделать это в два счета. Очень просто. Теперь твой список автоматически синхронизирован с твоей второй половиной. Быстрее и удобнее, чем звонки и смс. Твоему дорогому даже не нужно открывать приложение, чтобы узнать, что список изменился. Уведомление приходит автоматически. Теперь он заедет в магазин по пути домой. В магазине он наполняет тележку всем необходимым и вычеркивает все, что было в списке. И даже добавляет кое-что особенное. За покупками доступно для Android и iPhone. Скачай сейчас!